Всем привет, друзья, с вами Фриза. Продолжаем сюжетные миссии из Battlefield 1. В прошлой серии нам зенитки не давали покоя. Я вот сейчас продолжил, и, по-моему, у меня получается. Отлично. Молодец. И что нам теперь? В принципе, несложно. Главное привыкнуть к управлению. Бомбардировщики? Как это так? Нифига себе. Говорит, не подпускай к ним. Да вы гоните. Это очень жестко, на самом-то деле. Это очень жестко. Воу. Да чинись ты уже, а. Ну серьезно, очень проблематично удерживать эту цель, когда мой напарник не стреляет никуда. Почему он не стреляет? В прошлой миссии стрелял. А, и сейчас начал стрелять, красавчик. То есть он начинает стрелять, когда только в упор к нему кто-то подлетает. А издалека он нифига никого не стреляет. Ну и нафиг мне такое надо, счастье. Серьезно, мне придется вот так вот, что ли, маневрировать? Где он? Ага, вот он. Уху, горящий хвост. Кто взорвался? Ага. Воу, новая цель какая? А! Истребители. Полинские истребители, а? Где они? Какой сильный разброс у этой пушки. Так, это наш. Там уже от этих истребителей ничего не осталось-то. Где он? Очень сильный разброс. Прям вообще не видишь. Ты вроде хочешь в одну точку стрелять. О, попадание. Ах ты гадина. Как такой ты наманёвренный, а? Жесть какая-то. Но он очень такой маневренный. Я так не смогу, наверное, сделать. Не, хотя если я чувствительность подниму на 1000%, то, может быть, я и смогу такие маневры совершать. Эй, перегрев. У-ху. Ну попади ты ему в хвостик. Этот гадина чуть-чуть не достал. Идет следующая волна бомбардировщиков. Жесть. Будем их сопровождать. В смысле, новая волна бомбардировщиков? Сопровождать. Мне бы этих уничтожить. Тихонько, тихонько. Подрулить. Да как ты выжил-то, а? И почему он перестал подсвечиваться? Ай-яй. А почему я один только воюю? Где мои напарники? Так отстреливайся ты от него. Чё сидишь? Сидит нихера не делает. Крыто атакуют от нас. И как я должен на это реагировать? Ты, конечно, напарник еще тот. Где еще? Так, по карте. А, вот он. Ну тут логично, что надо немножко наперед им стрелять, чтобы они как раз летели и прилетали на мои пули. Какой живучий? Почему они такие живучие? Где он? Вот он. Ай, прям в жопу прилетело. Ай-яй. Ну, значит, в следующий раз будет 3 бомбардировщика. В чем проблема? Так, вражки. Ой-ой. Эти броневики разгонят наши бомбардировщики. Так, это лес. Я через лес не прострелю, да? Ну да, вряд ли через лес попаду. Значит, надо сделать заход немножко. Вот он. Хороший.
Чуть-чуть ниже, 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 вот так примерно. Попадет? Да спасибо, блин, Кэп. Очевидный. Почему он летит не в ту сторону, какую целится? В чем проблема? То есть я целюсь в... Как это сейчас произошло? Я брюхом сел в землю? Надеюсь, будет последний чекпоинт. После уже второй атаки на... Чего? Это первая атака еще, что ли? Птичке пришел конец. Она зарылась носом в землю на ничейной территории, полумили от того места, где меня сбили. Уилсон, бедняга, не выжил. Но что поделать, это война. У меня были более насущные проблемы. То есть ты вот так вот перед носом немцев свалился с дерева, и тебя никто не заметил? Блин. Что-то в эпизоде между серией, между фрагментами выключаю микрофон обычно, чтобы посторонние звуки не мешали. Я там что-то болтаю, сижу, рассказываю, а потом смотрю, а микрофон-то выключен. Так вот, я рассказывал, что играл в карты, опять же, в реальном времени, там, с реальными людьми. И там у нас на карте были тоже самолетчики. Но от наших самолетов было толку капец как мало. Против нас был один самолет, так он только и делал, что хреначил всех. А за нас было три самолета, и от них толку было ноль. То есть они просто летали по карте и нихера не делали. Против нас там столько нахерачил. Ой... Поэтому не знаю. Но хорошо, что мы с самолетами закончили. Это как-то очень сложно. Проще вот так побегать, постелсить, пострелять. Так, он сказал, что мы упали. Наш напарник погиб, который постоянно орал нам под руку. Ну давай стелсить. Приманку. Чё здесь? А, гильзу кинуть. Ну кинь-ка. Кидай. Бросьте гильзу. Ну бросай. Фига себе, она еще такая с дымком полетела. И что? А делать ты чего? Ага, беру лопатку. Сейчас его закопаю. Даже вырубать не буду, просто закопаю. Так, надо, может быть, сесть? Чтобы двигать бессумно, присядьте, присядьте. Yeah. Удерживайте, чтобы взять. Хорошо, взял. А есть фонарик? Почему нет фонарика? О, быстрая атака на F. Ща. Ща. Ну давай, где там второй? А сколько вас здесь вообще? Ну я видел двоих. Вот он. Чё там разглядываешь? По жопе получил? Так, у тебя какое оружие? Никакого. Новая цель. Уходить бесшумно. Через черные ходы баров, через окна спален. Подробности ни к чему. Уйдя от немцев, я пустил в ход свои навыки и продвигался на запад к британскому фронту. Тихо, как уличный кот. Какие-то боевые уставы. Чё за нафиг? Так, и мне придется, только понимаю, мне придется всю миссию, да, стелсить? Между мной и британским фронтом были немецкие окопы, немецкие орудия. И еще половина Берлина, не меньше.
Блин, он меня услышал. Отметь врагов? Ой, отметил, блин, он в меня идет, я его отмечаю. Ну-ка. Танки где-то едут. Чё ты охаешь? Это, блин, это больно. Лопаткой прям по спине. Не видно ничего. Где я? Даже мне не видно. Опа. О, топорик. Топорик будет покруче, наверное. Что это? О, с глушителем. Хороший. Вот теперь можно и пострелять немножко. А этот устав почему я не беру? Хорошо. Когда есть глушитель, тогда можно уже и пострелять. Мне повезло. А? Британцы, наверное, сидели и пили чай вместо того, чтобы обстреливать немцев. Но мне все еще надо было успеть на нашу сторону, пока орудия не заговорили снова. А как я брал в прошлый раз приманку? На что ты поднимал? Просто гильзу, да? Ну, допустим, потеряли вас из вида. Теперь они ищут вас. В смысле? Не держите меня, не ищите меня. Вот я не знаю, что лучше взять, или винтовку. Не, давай лучше возьмем автомат. Он хоть с каким-то никаким глушителем. Мысли потеряли. Ты чё, блин? А как он услышал? Опять темень. Ладно, подожду. Давай, иди быстрей. А как он услышал? Я же с глушителем. Как-никак. По ногам получил. Скотина. Так, а на что я подобрал патроны? Здорово. Я его пальцем тыкнул, аж прихерел. Ой. Простите. Ну, жопа мне, да? Где он? Только что ж здесь был. Обходит, что ли? Никто не обходит. Нафиг я ввязался в этот бой? Где ты? Ага, вон он один. Вот он еще один. Это падла. Хер ли ты такой резкий? Ну? Сука, я же не хотел с вами сражаться ни разу. В смысле, ха? Ты чё, блин, придурок, что ли? Хакает на меня еще. Ты посмотри какой. Это что, у тебя патроны? На что патроны? Нет патронов. Как это нет патронов? Там же было написано патроны. Я взял патроны, сказал окей. А идите вы нахер. Пошел я, короче, дальше. Че мне с вами возиться? Ну, если встречу, то убью. А если не встречу, то пробегу. Где здесь был человек? Это что за оружка? Что это? А, пулемет. Нахрена мне пулемет? Мне пулемет не нужен. Мне на линию фронта надо. В линию фронта надо перебежать. Так, патроны вроде есть, а толку от этого нет. Отвали ты нахер, что ты бегаешь здесь? Что это, дробовик? Окопный. Ну-ка дай сюда. А, не, не надо. А, ты меня убил. А как ты меня убил? Я же бессмертный был. Ничего страшного, сейчас пробежим. Давай резче, перезагружай. Быстрее, 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 быстрее. Чё? Присесть, чтобы... скрытно. А, ё-моё. Откуда у меня патроны? Я же все. Было полно солдат Кайзера. Но они должны были ожидать неприятностей с другой стороны. Должны. Он там умер, еще потом начал прыгать в окопе.
они могут быть со всех сторон. Ага, понял. Оттуда еще вроде прибегал один. Но я постараюсь постелсить. А ты что спишь? Мужик, ты нет, не спи тут, ладно? А то мало ли кто может прийти и проникнуть. Что это? Мина? Хера себе мина. 5-литровая. Там еще оружки есть. Но я все равно бегаю, кликаю на Q, подсвечиваю. Так, граната ручной сборки. Не надо мне граната ручная. Мне нужно на ту сторону перебраться. Так, есть кто? Вроде нет никого. Некого подсвечивать. Опа. Есть кого-то подсветить. То есть, если ты его не увидишь в лицо, то ты его не подсвечиваешь. Вот в чем проблема. Блин. Вот, видал? Только его морду увидел. Пипец мне. Раз, два, 10 человек. Ну сунься еще раз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Надо свалить. 35 хп. 16 хп. Аптечку дайте, суки. Аптека. Граната. Ай-яй-яй. Сирену включили. А у меня патронов нет. Слышь, мужик, дай патрон. Так, давай поменяю вот эту хрень на вот эту хрень. Да удерживай ты его, забери ее. 8 патронов. Как ты выжил-то после винтовки еще, а? Я не понимаю этого. Это что? Только что же здесь было, патроны, наверное. Ладненько, пробежимся. Штыковая атака. Че палишь? Хе-хе, хорош. Ух ты, блин. Кто еще прибежит ко мне? Есть смельчаки? Отважные ребята. Ой. Прости, мужик, я испугался. Стал лопаткой махать во все стороны. Но я буду бежать вперед, не сворачивая назад. Ну, там есть просто развилки, которые ведут обратно. Нам туда не нужно. Нам же надо вперед. Дюжина немецких пулеметов позади побуждала меня не высовываться. Нейтральная территория была нагромождением колючей проволоки, трупов и обломков. Но я твердо держал курс. Что-нибудь полезное? А это наш самолет, да, получается? А, ты еще живой! На нейтральной территории надо уходить. Срочно! Я не могу подняться! Черт! Эй! Прости. Ты обещал, что вернешь меня невредимым. Потише. А как же медаль? Как же стать героями? Я не герой. Но ты мне слово дал. Слово, черт возьми. Так что ты или хороший парень, который мне поможет, либо ты лживая, бесполезная скотина, которая добьет меня, глядя в глаза. Хочешь спойлеры? Мне сказали, что он погиб. Поэтому мы сейчас его убьем. Прям по башке. Ну что? Что будешь делать? Карты на стол, Блэкберн. Ты ведь не Джордж Рекхэм, так? Не сын, черт возьми, графа Виндзорского, а? Думаешь, я совсем простак? Ладно. Давай отсюда убираться. И что ты предлагаешь мне его на себе тащить теперь? Я один-то еле выжил. А... Парень терял много крови. Времени на то, жопа мне. Его живым было мало. У меня даже оружки нет никакой в руке, если кого-то встречу.
Лопатки нет. Совет. Немцы известны тем, что не любят сдаваться. Да, спасибо за хороший совет. Говорит, не можете пользоваться оружием. Очень, конечно, хороший совет. Но мне бы хотя бы пистолет. Было бы вообще отлично. Хотя бы пистолет. А как-то мы упали днем, а уже ночь. Я так что, долго был в отключке? Я же... Ай! Это наши? Наши парни могут... Мы немцы. Блин! Окопы заперты. Да, молодцы наши ребята. Они думают, что мы немцы. И поэтому нас стреляют. Хотя... Логично они стреляют. Потому что хрен знает, кто там с той стороны прется. До этого же были только немцы. А тут, оказывается, наши идут. Рывок? А он мне поможет этот рывок? Дай попробую рывок. Да нихера этот рывок. А нет, немножко помогает. Парень терял много крови. Это все ты виноват. Чтоб тебя. Вот то, что он бубнит, я нихера не слышу. Я немцев слышу громче, чем того, кто у меня за спиной. Они делали все, что могли, чтобы поймать. Так, теперь нужен адекватный окоп, который хотя бы похож на окоп. Не попадайся на свет. Пулеметчики натасканы. А-а-а! Вот теперь я понял. Спасибо за подсказку. Он сказал, не попадайся на свет. Стреляют без разбора. Тогда хорошо. Ай! Херазит, ты откуда вылез? Тогда за танками буду прятаться. Вот так вот, да? Ага. Хорош. А дальше куда? Ну, куда-то вот здесь надо присесть. Так, вот так, подожду. Кто там скулит? А! Это ж у меня за спиной скулят. Ай-яй. Надеюсь, ты меня не видишь. Ну ты же не видишь. Ну ты же не видишь. Ну ты же не видишь. Хе, беспалевный такой идет. То есть меня сейчас оба прожектора спалили или что? Побежали резко. Так, вроде спрятался за деревом, хорош. Бум. Немцы здесь? Они... Мы дошли. Да не дошли мы еще, нам еще долго идти. Alright, alright. Yeah, yeah. Давай, осталось чуть-чуть. Yes! И свои еще не пострелили, и мы живы остались. Уилсон сказал, что я бесполезный, лживый сукин сын. Я дотащил его к своим, потому что думаю, что он, пожалуй, прав. Это меня просто невообразимо бесит. Его тащил через всю нейтральную полосу? Да он же герой, черт возьми! Никакой он не герой. Он обманщик, вор и лжец. И он ответит за свои преступления. Это же тот самый, у которого мы угнали аэроплан. Именно так, Лаберна. Ну, чё ты? Арестуй меня, чё? Я столько для вашей страны сделал, для вашей армии, а вы меня, суки, в тюрьму. Ну, гады. То есть, вначале я разузнал, где находятся немцы. Потом я сфоткал... их местоположение. Потом я еще помог распидорасить им бункер. И меня в тюрьму? За то, что я просто украл аэроплан? Меня пристегнули к кораблю. Ну да, с кораблем ты не убежишь. Может, будет то. Вряд ли, но... Спасибо.
Уилсон со мной, мне нужен стрелок. Сюда, я все сделаю. Рэкхэм, я хочу помочь. Ты не заслужил право летать. Ну все, подох. Да выпендривался. Ну давай, за дело. Ну все, мы опять в деле. Красавцы. Дайте мне штурвал, я буду рулить. Не хочешь передохнуть? Абсолютно! Правильно, давай угоним. Я медаль тебе должен. Блин, Великобритания. Это... О чем это я? А! Мы украли второй аэроплан. Я разберусь. Ты поможешь? Еще как помогу, черт возьми! Истребители на подходе, я прикрою с хвоста! Давай, только не как в прошлые разы, ладно? А нормально прикрывай. Там какой-то маневренный, сука, как он так рулит? Так, тихо, у меня мышка убежала, я его потерял. Готов. Берегуся. Давай. Не отвлекайся там. Ну... Я не умею делать крутые виражи, отвали. Как делать крутые виражи? Меня же учили этому, я не помню. Как он выжил-то, сука, вот же. Как они выживают, я не понимаю. Вроде даже уже не помечены красным, а все равно продолжают меня бить. Какой он, сука? Ты думаешь, это тебе поможет? Мне это не помогает. А тебе думаешь, поможет? То, что он крутится из стороны в сторону. Так, вот он еще один. А, готов уже, да? Не, смотри, он продолжает лететь. Вы охерели, что ли? Так, ты за этим поехали. А он на меня летит. Ой. Вроде попадание, он уже горит, дымится. Но нет, продолжает лететь. Как это работает? Кажется, это последний. Отлично. Чертовски хороший полет. Отличный полет. Мы снова в деле. Наши? Похоже на наши. В смысле новая проблема, если это наши? Наша цель — бомбардировщики. Сосредоточься на них. Ну давай попробуем поджечь кого-то. Хрен там, не выпадаю я. В чем проблема? Просто подлетаешь, так вот расхерачиваешь и все. А? Я застрял в него. Поехали. Мяу. Че я творю? Я его на прогиб кинул. Кидаю на прогиб. Хорош. Я его реально чуть на прогиб не кинул. Минус хвост. Отличный полет сейчас был. Так, тут еще и маневрируют, которые... Ай, тварь. Вот эта веселуха пошла. Небесных боев. Капец, как накидывают. Ты посмотри на них, что творят. Я не успеваю чиниться даже. Я даже не понимаю, что происходит. Ай-яй-яй, тихо. В нас попали! Ну да, а я тут припарковался под этого. У-ху! Yes! Где он? Кто это? А, вот он, отлично. Да тормози. Отлично. Пускай пикирует. Где еще один? Сколько их? А, их пятеро еще. Кто там на нас кидается? Ну и все, где лов-то? Где еще? Ага, вот он. Догоняем. Так, подлечились, чуть хватит. Отлично. Да? Да. Юх. Да отвалите вы. Видишь, я маневрирую.
Где они? А, вот они. Прям в морду сейчас насую ему. У них так хвосты забавно ломаются. Тормози! Тормози! А ну-ка, тормози, отпусти его. Кыш! Отпусти его, говорю. Я его на колесе у него повис. Отстань. Отпусти его, отпусти. Блинский гад. Я хочу фишку замутить. Где он? Так, я не туда, слишком сильно развернулся. Держи скорость, пользуйся высотой. Да, да, фиг с ней, с высотой. Так, где он? Вот это он? Кто-то из них. Но блин, попал или нет? Я хочу попасть в ракет. Это же забавно. А то у меня есть ракет, я ими не пользуюсь. Йо-ху! Давай на него. Хорош. Ну все? Что вы без меня сделали? Что там? Дирижабль. Кстати, я вот... Я же рассказывал про ту карту, где я... А, где нас бомбили самолетчики врагов. Но я тоже в той миссии пытался угнать самолет. И пытался... Пытался сбить дирижабль. Это было очень эпично и очень жопно. Поэтому я даже не представляю, как его убивать сейчас. Но вот эти будки надо ему ломать. Все мимо. Вот дирижабль, это самая жопа. Потому что они сверху всех подсвечивают. Там сидят пулеметчики и бомбардировщики. Просто расстреляй его, как фейерверк. Как интересно, что по нам попадают. Это, конечно, необычно, но по нам попадают, да. А чего ты ожидал? Чтоб не попадали? Ай. Так сильно попадают, что прям в нас врезаются. Как они попадают, я не понимаю. То есть реально берут и врезаются уже в меня. Так, разворот. Ай-яй-яй. У-ху-ху. Так, ракета выбрал. Да понятно, что будет бить, что ты ноешь? Не то слово. Просто надвис над дирижаблем. Так, ребят, прикрывайте меня. Чё я тут один летаю, сбиваю самолеты? Ой, дирижабль. Они просто там рядом летают, ничего не делают. Пау! Ой, блин, одна ракета улетела мимо. Сука, у него ХП. Нифига себе, я что, один, что ли, против дирижаблей целой армии, что ли? Ни одного синего нет. Раз. 30 хп, 60 хп, отлично. А наши путь сегодня, нет? Воевать. Ну что, как красиво дирижабль падает. Держусь. Вверх. Что со мной? Я проиграл? Давайте, фрицы, давайте. Он их троллит. А, это на дирижабле они. Я что, на дирижабле упал? Серьезно? Блин. Умру прямо здесь. Кто вот тебя за язык тянул, Блэкберн? Действительно. Теперь ты меня тащи, я буду отстреливаться. От меня будет больше пользы. Ежели от тебя. Ты как? Как я умудрился упасть на дирижабль? И как до сих пор он летает? Он же вон из ткани. Он весь в дырках уже. А я что, с руками? Надо подниматься. Класс. Не смотри, хорошо? Хорошо. Плохо? Да, вау! Какая красота. Ладно, пошли посмотрим. Да я знаю, не ори. Безумие? По-моему, нормальная идея. Сбить зенитку. Хотя я бы взял бы нож.
и прошел бы снизу бы вверх. Не пью то не по нам. Кого ты видишь? Ну и все, стелс. Распидорасили дирижабль. Где ты? Нормально все. Найди путь наверх. Я пойду к зенитному орудию. Понял, сделаю. Серьезно? А где раньше у тебя был этот пистолет? Почему ты мне раньше его не достал? Тогда бы я еще сверху бы убил его. Зенитчика этого. А где ваше оружие-то все? Винтовки? Даже не знаю, чего он умер. Или я его убил, или он от взрыва умер. Шаре? Это вообще-то не шар. В смысле удерживать? Ага. Мог бы просто одним нажатием. А, хотя одно нажатие это перезарядка обыкновенная. Что это у тебя такое? Вы что думаете, я не... Я ж ковбоец, ё-моё. Иха! Так, это что у тебя? А ружьё? Не, ружьё мне не надо. Какой красивый кадр. Как встаю такой с пистолетом. Ну все, моя зенитка. Так. О! Какая красота к нам пришла. А вот в игре, по-моему, это не так работает. Ну как бы так, но не так жестко, как здесь. В игре там вот прям по чуть-чуть отнимается. И ты его захерачить не можешь за одну минуту. Ну и все. А че он не загорается? Обычно он должен загораться. Юх! Ой! Кто такой? Как ты выжил? Сейчас по роже получишь. Ну, была не была. А... А я хотел ему помочь. Почему я не мог убить чувака в упор? Чё за бред? Серьезно, это было очень тупо. Кайзеру? Сколько у него хп? Ой, дал чуть-чуть, только сбил 4 штуки, уже все. Можно я этому чуваку в голову стрельну один раз? Так, сколько? 3 дирижабля снесли. Хм? Ему вообще плевать, что там происходит. Отвали. Ты тоже иди посмотри с нами. Ёма. Охренеть. О, нас теперь трое. А можно вопрос? Куда вы прыгнули? С дирижабля высотой 2000 километров, наверное. А, ну если водоем только, да. А если бы там не было водоема, то куда бы вы прыгали? И то не факт, что ты с такой высоты попадешь в водоем. Ну ладно. Будем считать, что у них все просчитано, все четко. История эгоиста, который рисковал своей жизнью, чтобы спасти чужую, и спасся при этом сам. На войне все смешано воедино. Вы, наверное, услышите другой рассказ. О пилоте-жулике, который украл самолет, убил товарища. Ложью, обманом и убийствами проложил себе путь через половину Западного фронта. И спасся от трибунала благодаря авианалету. Уилсон! Но вы не слушайте. Правда, это то, что вам рассказал я. Не будь это правдой, я бы и не стал рассказывать. Верно? Но кажется, что он все-таки врет. Он же врунишка, обманщик. Так, мы закончили какую миссию? Первую или вторую? Вот в чем вопрос. Ну, то есть, под миссию. Да убери ты это, пожалуйста. Продолжить. Куда? Где?
Вторая миссия только. Ну, то есть, 1.2. В следующий раз мы начнем 1.3. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.